Всем привет, с вами Лего и Лили. Всем привет. И мы играем Among the Sleep. Во сне. Что-то я забыл там, кто во сне. Во сне, по-моему. Что-то во сне, но там про ребенка мы играли в демо-версию. За 30 минут, по-моему, мы ее прошли. Меньше, не за 30, за 15 это. А теперь вышла полная игра, все ее уже играют неоднократно, а мы не знаю. Мы опоздали. А мы что-то забыли про эту игру. А что с его глазами? У него восприятие, типа? Что? Или это где мы вообще? Или это плат... Что это такое? Банка. Ай, блин, это же банка. Стакан. Hey, sweetie. Did you finish your drink already? Ты, говорит, напился? Попил, говорит? Осторожней. Ты же, говорит, завтракаешь. Подожди, говорит, минуту. Мама, говорит, принесет тебе вкусный пирог. Вкусный пирог. Кстати, а случайно здесь нету... Случайно здесь нету... Вкусного пирога по-русски. Вот же Russian. А русской идеологии нет. Ну ладно, нам достаточно будет и русских субтитров. Хватит переводить. О, давай посмотрим. Так-так, прекрасно. А, я могу что-то делать пока? Да. Оля! Я тут могу играть в считалки. О, это девочка. Посмотри на себя. Ты очаровательна в своей пижаме. А я девочка, что ли? На тебе birthday, два гостика. С днём рождения, сладкое. Сегодня тебе 2 года. Дай поем пирог. Нет, я буду лучше считать. Опа. Какой вкусный тортик. Here it comes. Through the tunnel. Въезжает. Опа. Он въезжает в туннель. Да я посчитаю. Я скоро вернусь. Ты умеешь считать на счетах? Не, ну примерно там. Что такое? Помутнение в глазах. Галлюциногенный торт. Да. Зачем ты ешь торт? Не ешь торт. А, что надо? Там какие-то крики. No. No. Почему как будто камера? Как будто это не настоящий, ребят. А, это подарок кто-то притаранил. Look what I found. Что-то какая-то мама у нас странная. Квадратное лицо мамы. Пойдем наверх, пойдем. Зазырим наш подарок. Ой, сколько ты кусков съела? Конечно, 2 ложки ей дала и говорит, сколько ты кусков съела? Обалдеть. О, амулет на пол. На пол брони, хотел сказать. Что-то она какая-то глазастая. Мамаша у нас. Понесла. О, это что такое? А, это типа представление игры. Крибли студио, и сзади такой темнеет. И главное, комната, и сразу темно становится. А, ну просто там на улице становится темно, а ребенку кажется, что это какие-то привидения. Может быть. Восприятие же другое, наверное. Ну, мы же ходили здесь в прошлый раз, помнишь, здесь закрыто было, потом открыли. Сейчас она нас в эту каталку несет. Сейчас нас в эту кроватку унесет, которую мы начинали в прошлый раз. Помнишь? Угу. Детская комната. Да. Here we are. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Может, а, это новый. Снес кот камеру. Ого. Ты запарил, блин. Okay, нормально? Наверное, вроде. Блин, а он еще и царапается. Убери кота, а то он камеру сейчас снесет. Неудобно же. Вот так. Все, положили нас спать. А что она открыла в коробке было, что? Ничего, по-моему, я сам, блин, удержите, чтобы подбирать предметы. Угу. А что надо сделать? Опа. О.
Ну, подпусти шарик. Хоп-хоп. Ползком двигаемся быстрее. Угу, понятно. Забираемся. Сейчас мы, короче... Перепрыгнем. Да. А он вот, прямо на подушку. Шип бегать. Угу. Сломаем здесь все. Подыщи, пинай его, пинай. А на этой можно кататься? Так ему, пинай. На лошадке можно кататься, нет? По-моему, нам очень сильно мешает кот, нет? А что, он опять что-то? Двигает камеру. Опять двигает камеру. Я хочу кататься, во! Оп, смотри, там тень, ребенок, тень, видишь, слева. Ага, двухлетняя девочка такими вещами занимается, круто. Мы катаемся. Что в сундуке? О, это ж Тедди. Эй, ты нашла меня? Фига себе, что курили вообще, игрушка ходит. Здорово, Тедди. Nice to meet you. Я в тебя пнул сейчас. И чё? Not much of a talker yet, eh? Нет. Ты ещё не разговариваешь? Ты разговорчивая, да? Не разговариваешь? Нет, я ещё не умею. Давай, давай, поиграем. Игра называется «Я пинаю медведя». I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. А где вообще этот розовый слон? Ага. Ну ладно, я отвернулся. Отвернула. Да. Иди сюда, отвернись и закрой глаза. А, что, escape. Отвернулся. There. You can look now. А-а-а, где слон-то? А вот же ты. Вон он за сундуком разом. Такой медведь страшный. Вообще, русский медведь. Ага. Помнишь, раньше такие были в первую очередь? Так да, делали. Вон слон сзади. Где сзади? Ну вот, повернись туда. Вот же слон, за жопу слона торчит. А, он слона, что ли, спрятал? И слон какой-то тоже весь побитый. В заплатках. На, на тебе подушкой. Садись. Вау, is that a music box? Да, оно работает, прикинь, да? Открываешь шкаф и залазишь. Да, да, да. Ать, мы уже знаем, как тут карабкаться. Ай. That's a nice melody. А я что-то не слышу никакой мелодии. Он про что вообще? Ты просто глух. А, ну играет же какая мелодия. Ну ладно, все, что делать-то? Ты что делаешь? Медведь лагает. Медведь лаганул. Что, тебя колбасит, что ли? Ну, он же накуренный, что-то. Пинать. Он идет на пролом. Вообще по барабану. What's this? А что это такое? Книжку нашел. Книга, что? Five thirsty animals upon a dry, dry hill. Пять животных. We could use a drink, they sang and started to drill. Они еще поют? А можно в пуфик прыгнуть? Water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other. Сказки нам читает медведь. На, присядь, я тебе кубик принес. Эй! Выпинул. Ну чё, куда? О-о-о! Поезд, да? О-о-о! Как запускать-то? Does it run? О, я знаю. How do you start it? Вот так вот. Тут-тут. Зачем ты брал? Round and round. Круг за кругом, круг за кругом. Все. Все. Сломали. Хватит. Hey, поехали. Pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Мне поезд не дает тебя подвинуть. Давай. We need some place very dark. Похлопал так по голове. Нам нужно какое-нибудь темное место. Пипец, блин, темное место. How about your closet? А где мой шкаф? Вот, вот это что, здоровенный? Шкаф, да. Здоровенный шкаф. Хоп. Ай. Не до конца подвинул. Что-то он совсем темный. It has to be darker. Shut the doors completely. А как закрыть дверь? Вот так вот. It has to be darker. Shut the doors completely. Закрыл же.
Вот какие-то коробки. Чудесно. А зачем? Бля, мы куда идем вообще? В шкафу. Тут нет чудовищ. Я вот, например, вообще не вижу. Пипец, медведь. Офигеть, куда мы вообще пришли-то? Просто обними меня покрепче, возможно, тебе станет полегче. Нормально. Так, а как обнять Тедди? Буковка Ф. А, обнимает Тедди, все видно. Понятно. Ты это слышала? Кажется, что-то приближается. А там мама. Капец, а там где гулял вообще? В Нарнии? Я был в Нарнии. Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? А чё это медведь сдох-то? Ну всё, при родителях не работает. Не нужно прятаться от глаздастой мамы. Mommy would be very sad if you didn't. Взяла, сныкалась. Смотри, шкаф-то маленький. Ну. Говорю, у нее это. С мозгами. You can wake up early tomorrow and play with your friend. Да, конечно, проснусь. Я сейчас ночью все и начнется. Здорово. Нормальное объяснение ребенку, что нужно спать. Да. Все ждут. Такая шкатулка. Я вообще ненавижу такие шкатулки. Почему? Не знаю. Они сразу на страшное душат. А меня убивает, когда вот так поют. Просто вот так. Да, мне страшно становится. Вот. А это уже где поют? Вот и ночь. Поэтому и страшно то, что так поют. Типа вот. Она проснуться не может? Не знаю. Глаза пока моргает. Глазами хлоп-хлоп. Руками топ-топ. Что-то она вроде говорит, хочу спать, а вроде и нет. Вставай давай. Что такое? Это как так? Ты два раза нажал и пропустил вступление. А-а-а, блин. Ну ладно, а где мой Тедди? Тедди, ты где? Он ушел. Открывай дверь. Где мой Тедди? А, ну это я знаю. Болтать башкой вправо-лево. А мы же играли. Тедди сейчас вон... Оба. Слишком, говорит, высоко. Высоко. Его заколбасило в этом. Как вот. Ну ты что, не помнишь, что ли? Нет, я уже забыл. Ты вообще... Там он справа будет. Его стиральная машина заколбасила. А, да-да. Точно, точно, точно. Он говорит... Не могу крутиться, сколько можно. Сколько можно это терпеть? Что-то какой-то медвежонок. Покурил просто там. И такой отмазывается. Ох, водой меня залило. Маманю, говорит, найти надо. Открывай ворота. Открывай ворота. Сейчас как укатимся. Никогда не знаешь, что может подслушивать. Нормально. Кто в доме может подслушивать? Да и дом-то какой-то громоздный вообще. И какой-то грязный. А стал. Что, я Тедди теперь не могу брать? В смысле Тедди не можешь брать? Ну, на коленки ползи. А вот, теперь светится. На колени и ползи. Хоп-хоп-хоп. Мамка телек смотрела, но забыла выключить. Воу, вот это гроза была. Меня аж немного это... Колбаснуло. Кто-то у тебя... Воу! Сейчас начнутся отборные кричалки от Леги. Да хватит. Прячься. Ааа, блядь! Ты чё делается-то? У меня аж это... Надо пододвинуть что-то. Да.
Может, это ее мама. Да ты прозеваешь, что кашляешь, ты устала? Нет. Это, наверное, ее мама в ночи превращается в зомби. А, кстати, может быть, точно, точно. Все, громит. Это что такое? Бля, это халат! Это там дождик идет. Ой, блин, страшно как. Ну, хватит. Я Тедди. Я Тедди-спасатель. Светится. А, зато он с Тедди бежать не может. Она, точнее. Почему? Хочу назвать. Опа. Заходи. Тедди, свети. А что стукает? Как будто часы идут. Да? Кто тут? Отборные страшилки. А, это я помню, мы тут делали вот так. Хоп. И потом демо-версия на этом закончилась. Нет, демо-версия закончилась в клубе. Куда мы укатили там? Куда-то мы там укатились. Да, там был такой этот. А, вот здесь подстава будет, здесь не будет мамки. Здесь, а? Что такое? И там подушечки так. Хоп-хоп-хоп. Что? И дверь закрылась. Ну все же там никого нет, выходи. Там никого нету. О, тащили кого-то. А сейчас будет гроза такая, появится колбас. И появится расколбас. Да-да-да, сейчас вот на этом закончился. Да, сейчас сзади будет такой бу-буи. Давай, молнию. Воо! Какой-то покер фейс. Вставай, давай, ты ж мужик. Мужичка. Ты же мужичка. А мамка там моется, да? А что это такое вообще? А вот, на этом и закончилось. Вот так, хоп. Кубики. Что это такое? What is this? What the fuck? Fucking the bitch. Что такое вот там? Ты видишь свое отражение? It's her. Опять камеру двигает. Ой, блин, выгони его оттуда, а. Ну вообще круто. Сейчас подождите, у нас проблемы с котом. ЧП. Кот просто за камерой стоит и хуячит лапами. А как это убрать? А? Что здесь вообще происходит? Ту, а вот ее медальон. Опа. Хоп. Открыть инвентарь. Это какая? А, таб. У нас есть какая-то штуковина. Можешь ее спрятать. Да. Но она нам пока не нужна. Американские горки. Лодинг. Загрузка. Пока мы грузимся, едем. Я уже загрузились же. С тобой все в порядке? Покажи этого, кто нам нервы трепает. Безмозглого. Да. Вот наш безмозглый. Вот. Вот он. О, что это за место? Пойдем давай. Оставь камеру в покое. Ну все, я настроилась. Нет, я коту говорю, беспредельщик кот. Вот, мы тогда до отсюда дошли и все, да, по-моему, до домика. Домик? Что он тут делает? А помнишь, я еще говорил, тут баба-яга живет. Да хватит падать, ты че? Типа туда надо. А, медведя. Давай, открывай, медвежочек. Такой сейчас выйдет. Привет. Привет. Здрасте, здрасте. Это что? О, здесь рисунки вот этого вот. Непонятного чувака. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Какие штуки, с чё там соединять надо? Надо, короче, чё-то куда-то... Что-то сюда засунуть? Ты что, хочешь себя затопить? А, вон, жик-жик-жик. Воды, что ли, туда надо залить? Чё? Может, нужен какой-то ключ? Is there anything we can use? И куда его нужно засунуть? Опа, а зачем туда?
хочу. Нормально. Из него сейчас что-то надо будет сделать. Крути, что есть сил. Ё-моё, кругами крутить мышкой, это тяжело. И чё? А, во. Закрыли, заработало. Посмотри. Типа одну штуку использовали. Нужно находить все мамкины части. И тогда эта дверь откроется. Осталось еще две части. Три, четыре, три. Зачем? А, три, да. Ну все, пошли дальше искать. Опа. Нет. Ты куда лапу хочешь засунуть, чувак? Вот ты самоубийца вообще. It seems like the memory you share with her unlocked the door. Главное. Ну все, погнали. If we can find more memories. Давай, like садись. It might bring us to на ручки. Бам-бам. Looks like we need three more. Нам нужно еще три. Понятно. А, мы сейчас будем попадать в различные воспоминания. Да, мы сейчас будем искать воспоминания мамы. Да. О маме. Да. И наш медведь сказал, что мы будем в безопасности. Нифига себе. Ну да, такие горки, блин, и ребенок вообще прям в безопасности. Воспоминания мамы, мы будем проходить в следующей части. Да-да. Пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Где-то. Всем пока. Пока.